Всем привет, народ! Сегодня хочу сделать обзор часов «Восток Командирский» на 22-м калибре. В данном случае вы видите двое часов из моей коллекции с механизмом 2214. Давайте начнем обзор и посмотрим на часы. Начнем мы обзор с часов с левой стороны. Это часы «Восток Командирский» с красивым бордовым циферблатом, который на солнце очень красиво переливается. К ним я подобрал ремешок подходящего цвета с застежкой в цвет корпуса. Сам корпус у нас позолоченный, об этом свидетельствует надпись АУ на торце крепления ремешка. Корпус не сильно потертый, как видите. Давайте посмотрим на циферблат. На нем у нас надпись «Командирский» сверху, снизу надпись «Чистополь» и звезда. Сейчас стрелка закрывает, давайте передвинем. Но по звезде, в принципе, видно, что циферблат абсолютно не изношенный. Как видите, циферблат в очень хорошем состоянии. Звезда не выгорела. Давайте я вам покажу для сравнения звезду на моих командирских 24-м калибром. Здесь звезда, как видите, уже практически бесцветна. Что мне нравится в сравнении с командирскими на 24-м калибре, так это более толстые стрелки, минутная, часовая. Ну и, естественно, очень красивая секундная стрелка с таким вот красивым наконечником. Данные часы имеют ориентир секундной стрелки, то есть вытаскиваем заводную головку, секундная стрелка замирает. Вставляем обратно, и она снова пошла. В принципе, эта функция вообще-то в часах с механизмом 2234, но тут надпись 2214 на этих часах. То есть тут уже ориентир был. Как видите, есть диск календаря, цифры на этом диске красного цвета. Кроме всего прочего, такая вот крышка с надписью «Противоударный баланс», были защищенные. И тут, кстати, есть дарственная надпись. Давайте почитаем, что написано. Николаю Васильевичу Плечко с уважением Н. Ямщиков. 9 мая 1979 года. Считаю, для 79 года часы неплохо сохранились. Тем более они прошли полностью обслуживание, репассаж, чистку, смазку. Ну, новый светомаз, естественно. Очень красиво смотрится в ночи. Вот. На хорошем часы ходу. Все в них радует. Давайте посмотрим, как смотрится на руке. У меня рука в обхвате 18 см, но все равно, я думаю, под рубашку можно будет периодически их надевать. Красивые часы, хоть и для моей руки немножко мелковаты. Я считаю, очень красивая модель. Думаю, у многих такие часы есть, похожие. Так что, если есть, обязательно достаньте их из ящика и восстановите. Обслужите и носите. Я думаю, вот эти часы довольны, что они в коллекции, потому что теперь у них уход минимум раз в месяц. Я их завожу, чтобы механизм не испортился, чтобы смазка не загустела. Давайте рассмотрим вторую модель, тоже командирские, 2214 механизм. Эти я купил на аукционе, на eBay. Опять же, звезда в очень хорошем состоянии, не выгоревшая. Стрелки красивые. Хотя в данном случае вот эта стрелка, как мне сказали, не от этой модели, от модели командирских с другим оформлением. Но я считаю, она тоже неплохо смотрится, даже с этим наконечником красного цвета. Снизу опять же надпись «Чистополь». Абсолютно новая светомасса из люмпленки зеленого цвета. Светится зеленым в ночи. Диск календаря. Стекло такое довольно выпуклое, как видите. Корпус тоже с позолотой. Часы прошли тоже репассаж. Хорошо ходят. Также есть ориентир секундной стрелки. Несмотря на надпись 2214, а не 2234 сзади. Вот задняя крышка. В принципе, в идеале противоударные. Пылезащитные часы. Ремешок, считаю, очень удачно выглядит здесь. Он немножко шире к основанию, то есть несмотря на ширину 18 см, ремешок немножко шире, и смотрится это все, мне кажется, лучше, чем вот этот ремешок. Также у нас есть застежка в цвет корпуса. Такие вот приятные часы. Из всех командирских, которые у меня есть, у меня это самые хорошо светящиеся в ночи часы за счет этих
толстых меток. Вот, сейчас покажу, как это смотрится на руке. Вот так вот все это выглядит. Механизм отлично ходит, точность великолепная, естественно, после хорошего обслуживания. Кстати, кроме всего прочего, вот сейчас вот сайт «Восток» и «Мираном» выпускают юбилейную модель, называется «Восток К-65» командирский, который повторяет практически в точности дизайн вот этих часов справа. Есть некоторые у них изменения, и скоро, благодаря одному хорошему человеку, эти часы ко мне приедут. Они уже в пути, я их купил на сайте miranom.com. И я сделаю сравнительный обзор старых командирских вот этих вот и новых. Вот на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если есть у кого-то дома старые классические командирские часы, я очень рекомендую вам, ребят, восстановить их и носить, потому что это история, это винтаж, красивые часы. И вот с такими вот модификациями, как здесь именно светомасса, я думаю, они подходят и на каждый день. В принципе, можно носить и каждый день. Но на каждый день мне их носить жалко, я их ношу только по праздникам или по выходным. Вот. Вот все-таки дизайн тех лет очень хороший. Лаконичный дизайн, ничего лишнего. Никаких лишних надписей, никаких вертолетиков, никакой ерунды. Считаю, дизайн прекрасен. И опираясь на этот дизайн, Восток выпустил в этом году часы, которые похожи вот на правую модель с прозрачной крышкой. Ссылка будет в описании. Я вам желаю хорошего дня и до следующих видео.